Молодой учитель – формула успеха. Сегодня в Барнауле начал работу первый международный форум педагогов. На протяжении 2 дней молодые и опытные учителя обсудят проблемы, с которыми на первом этапе работы сталкиваются начинающие специалисты. Добавим, к этому вопросу организаторы форума обращаются не впервые. В 2015 году провели конференцию среди учителей города и края. Тогда выяснилось, что молодым педагогам необходима площадка, на которой они могут встречаться и обмениваться опытом. Конференция стала форумом, участие в котором принимают не только наши учителя, но и представители Казахстана, Америки и Китая. Проблемы адаптации, проблемы профессионального развития, проблемы, которые связаны во взаимоотношениях с родителями, они обсуждают, выносят какое-то решение, и продуктом их деятельности будет проект, который они будут представлять уже завтра на конкурсе. Самые интересные 3 проекта будут курировать эксперты педагогики и внедрять их в общеобразовательный процесс. Второй форум «Молодой учитель. Формула успеха» намерены провести уже в следующем году.